октября 1917 года страна пошла ленинским путем. Отныне кремлевские куранты служат новому времени. Горят все. И свету не будет у нас. Вот и нет у нас. Бронзовку было брать. Нам англичане приезжали. И можно закрыть. Дед не дождался, и я, наверное, не дождусь. Живем всю жизнь, снег пьем, и вот тухлую воду пьем. Все. Люди жили, здесь было до войны 50 домов. После войны все разбежались. Остался и дома. Так свету вроде и хотели подключить, а вроде для кого? Инвалиды, калеки, три дома. И не стали подключать. Берем немолочко.